Василий Сталин, военный летчик, с 1949 года стал генерал-лейтенантом авиации, с 1948 по 1952 год занимал должность командующего Московским военным округом. Младший сын Иосифа Сталина. Всем привет, с вами канал История мира. Сегодня мы вам расскажем историю жизни Василия Сталина. Приятного просмотра. Родился Василий Сталин 24 марта 1921 года в Москве в семье тогдашнего главного комиссара при инспекции РСФСР по вопросам национальности Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой, наполовину немки, наполовину цыганки. Разница в возрасте супругов составляла 20 лет, они часто ссорились, но Надя любила супруга несмотря ни на что, а он ласково называл ее своей «татькой». В 1926 году у Василия родилась младшая сестра Светлана. Родители были занятыми людьми, отец занимал высокий пост, мама – должность редактора одной из центральных газет, поэтому Вася практически не знал, что такое материнская ласка. 9 ноября 1932 года Надежда Аллилуева покончила жизнь самоубийством, и отец перевез детей на дачу, куда вообще не приезжал. Воспитание Василия Сталин возложил на плечи генерала Николая Власика, а тот в свою очередь привлек офицеров охраны. Чтобы не привлекать лишнего внимания многочисленной охраной вокруг сына вождя, решено было приставить к нему негласную охрану, которую осуществляли агенты КГБ. В школе Василий учился очень плохо, самой лучшей оценкой для него было 4, но ее он получал крайне редко. Когда он решил, что хочет учиться в Качинской авиационной школе, которая была одной из лучших, то понял, что с такими отметками не пройдет. Он начал напрягать окружение отца, и они посодействовали его приему в курсанты. Через 2 года Василий выпускается из этой школы, причем успеваемость у него была никудышная, он часто прогуливал теоретические занятия, зато практику сдал на отлично и стал первоклассным летчиком, настоящим асом своего дела. За год до начала войны Василий Сталин продолжал усовершенствоваться в летном деле. Когда грянула Великая Отечественная, он первым подал рапорт об отправке его на фронт. Однако Иосиф Сталин медлил и не давал согласия, Василий был его любимчиком, и он боялся, что тот может не вернуться с очередного боя. Основания для таких опасений у Сталина были: его старший сын Яков от первого брака, который был артиллерийским командиром, в первых же боях был захвачен в плен и расстрелян в плену в 1943-м. По воспоминаниям Василия, после смерти матери его воспитанием занимались охранники отца, которые не отличались изысканными манерами, и он рано пристрастился к табаку и выпивке. С началом войны Василия определили в инспекцию ВВС РКК. Это была не боевая работа. Василий был человеком горячим и взрывным, да к тому же совсем молодым, ему только исполнилось 20 лет. Разумеется, он хотел участвовать в реальных боевых сражениях, да и сослуживцы понимающе переглядывались за спиной. Сын Сталина все-таки, куда ему летать? Только летом 1942 года Василий наконец попал на фронт, но не простым летчиком, а командиром эскадрильи в звании полковника. Вероятно, он был самым молодым полковником в стране, все же достичь такого звания всего через 2 года после окончания учебы было очень трудно даже в те времена. Критический период в истории советских ВВС к тому моменту уже миновал. Советские летчики больше не летали на устаревших самолетах и не были такими простыми мишенями для немецких пилотов, как в 1941 году. Тем не менее, вышестоящее начальство всеми силами стремилось Василия уберечь. Их опасения были понятны: загубишь сына вождя, по голове никто не погладит. За все время войны Василий Сталин произвел 26 боевых вылетов. Достоверно подтверждено, что Сталин сбил 2 самолета лично и еще 3 в группе. Не самые высокие показатели на фоне остальных советских летчиков, но стоит учесть, что в сравнении с ними Василий летал неприлично мало. Горячий южный темперамент, специфическое воспитание и молодой возраст Василия Сталина слились в одну гремучую смесь. Нельзя сказать, что он был неуправляемым, однако его страсть к гусарству и хулиганским выходкам несомненна. Он несколько раз становился участником таких инцидентов, что не будь он сыном Сталина, он бы однозначно попал под трибунал и в лучшем случае отправился в штрафную роту искупать вину кровью.
В апреле 1943 году группа летчиков решила организовать рыбалку на водоеме неподалеку от аэродрома. И все бы ничего, но рыбачить решили по-военному, глушить рыбу боеприпасами, а если точнее, реактивными снарядами. И Василий Сталин, будучи командиром полка, не только этому не воспрепятствовал, но и принял самое активное участие. Итог был печальный: снаряд взорвался прямо в руках у инженера, которого разметало на части. Осколками снаряда был ранен еще один летчик. Сам Василий получил ранение в ногу, у него была раздроблена пятка. Командующий армией Громов, узнавший об инциденте, едва не свалился с сердечным приступом. Раненого Василия вывезли на самолете Громова в Москву. После операции он лечился в госпитале. В это время отец собственноручно написал приказ о снятии с должности Василия Сталина за пьянство и моральное разложение и велел зачитать приказ перед строем. Василий был переведен в другой полк на должность летчика-инструктора. Все же Сталин был несравненно мягче к своему младшему сыну, чем к старшему. За такой инцидент любой другой офицер, скорее всего, отправился бы под трибунал. Через год Сталин посчитал, что наказание достаточно, и вернул сына в действующую армию, да еще и с повышением. 24-летний Василий стал командиром уже не полка, а целой дивизии. Но и после этого он не образумился. Сталин, видимо, счел недостатки сына несущественными и оставил его во главе дивизии. А вскоре после войны повысил до командующего корпусом с присвоением 26-летнему Василию звания генерал-майора. За время военных действий он был награжден 10 орденами и медалями, среди которых 3 ему вручили от Польши. В белорусском Витебске стоит мемориал, увековечивший его боевые заслуги. В 1947 году Василий Сталин стал командующим военно-воздушными силами в Центральном округе. Во время пребывания в этой должности он постарался поднять не только дисциплину и квалификацию летного состава, но и боевой дух в летных частях. По его инициативе начал строиться спортивный комплекс, который курировали ВВС. Василий Иосифович принялся за улучшение спортивного мастерства летчиков. Он руководил созданием футбольной и хоккейной команд, равных которым в то время не было. Из него получился заботливый начальник, он много делал для своих подчиненных. Любой мог обратиться к нему с просьбой, и Сталин бросался строить дом, добиваться получения квартиры или находить приличное здание для размещения штаба. В 1950-м случилась трагедия. В авиакатастрофе погибла вся команда хоккеистов ВВС. Причем в этом самолете должен был лететь и Василий Сталин, но накануне перелета Сталину позвонил Вольф Мессинг и умолял его отменить этот рейс. Единственное, что сделал вождь народов, запретил лететь своему сыну, отправив его на поезде. Благодаря прорицателю, Василий остался в живых, а могли бы жить и все члены команды. Этот инцидент не разглашался до начала 90-х. Вместо погибших на матч немедленно отправили другую команду, которая их заменила. С того времени смерти подчиненных ему людей стали буквально преследовать Василия. В 1952 во время демонстрации на 1 мая он приказал истребителям провести показательные полеты, хотя погода была нелетная. Из-за непогоды самолеты летели нестройными рядами и во время посадки 2 потерпели крушение. После этого Сталин начал часто прикладываться к бутылке, причем открыто, являясь в нетрезвом состоянии на заседание штаба. Этого было достаточно, чтобы лишиться всех полномочий, что вскоре и произошло. Иосиф Сталин был очень зол на своего беспутного сына, поэтому буквально заставил его посещать военную академию, но Василий ослушался этого распоряжения. Он начал пить еще сильнее и всегда говорил, что будет жить до тех пор, пока жив его отец. Предчувствие не обмануло его. После того, как Сталина нашли мертвым и буквально на церемонии его похорон, Василий сказал, что против отца был заговор и что его убили. Партийная верхушка испугалась таких разговоров, они решили действовать без промедлений. И вот уже против него возбуждено уголовное дело о растрате государственных средств. Василия Сталина арестовали, он оказался во Владимирском централе, где его оформили, как Василия Васильева. В общей сложности он отсидел 8 лет и умудрился даже улучшить состояние своего здоровья, потому что в тюрьме он не пил и усердно трудился.
Василий Сталин стал отличным токарем. Сталин буквально засыпал письмами Хрущева. Он не жалел красок, чтобы расписать гнусную роль проклятого изменника и подхалима Берии, и даже поддержал начатое Хрущевым разоблачение культа личности его отца. Он напоминал Хрущеву, что это его мать Светлана Аллилуева познакомила его со Сталиным и сыграла немалую роль в его выдвижении, что она всегда с теплотой относилась к нему. Что касается личной жизни, то в его личной жизни было 4 официальных брака и великое множество кратковременных романов. Причем женщины были из близкого окружения, жены политических или военных деятелей, с которыми он пересекался по роду службы. У Василия Сталина осталось 7 детей, 4 родных и 3 приемных. После выхода из тюрьмы Сталину запретили жить в Москве, его отправили в Казань. Там уже ждала его однокомнатная квартира в центре города, куда он и заселился в самом начале 1962-го. 19 марта, буквально за 5 дней до дня рождения, он умер. По официальной версии, Сталин умер от последствий систематического злоупотребления алкоголем. Существуют и различные конспирологические версии о том, что он якобы был отравлен. Однако, по свидетельству многих людей, видевших его в последние годы, злоупотребление алкоголем и долгое пребывание в тюрьме серьезно подорвали здоровье Сталина, и после освобождения он действительно имел серьезные проблемы со здоровьем, но продолжал пить. Похоронили Василия Сталина как Джугашвили. Он согласился на предложение КГБ и сменил фамилию 9 января 1962 года. В 2002 его останки перезахоронены в Москве на Троекуровском кладбище, а перед этим прокуратура России посмертно сняла с него все предъявленные обвинения. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи и до скорой встречи.